Ну что, всем здрасте. У нас сегодня последняя нужная для семестрового проекта лекция по совместной разработке на питончике. Вот. То есть она последняя нужная в том смысле, что после того, как мы еще раз поговорим про пакетирование и деплоймент, ибо было совершенно очевидно, что в прошлый раз нам на это времени не хватило. Да, рекомендации, которые мы попробуем тут вместе выработать, будет достаточно для того, чтобы удовлетворять всем уже требованиям к семестровому проекту. Небольшое повторение с прошлого раза, потому что оно было сильно в торопях, и мне показалось, что лучше еще раз на эту тему поговорить, чем говорить: ну вы поняли, в прошлый раз я все объяснил. Значит, PIP, в принципе, PIP умеет устанавливать не только колеса, но, например, скачивать исходники, запускать сборку, вот как мы в прошлый раз смотрели, и установку пакета из исходников. Вот. PIP такое умеет. И это, в общем, нормальная интенция для всех юных разработчиков. Сделать универсальный инструмент, который выполняет две абсолютно не связанные друг с другом функции, вот, просто потому что поначалу кажется, будто это вообще одно и то же. Ну, давайте мы создадим какой-нибудь проект странненький, вот такой, например, да, вот. Не знаю, стоит ли вам показывать, как PIP скачивает и устанавливает пакеты. Наверное, стоит. Давайте сделаем. Сейчас. Python 3. 3 минус m. M маленькая. Venv. Ну, скажем, tmp.cuckoo. Вот. Ну, давай, давай, думай. Tmp.cuckoo. Да, и тут, скажем, ему activate. Уже позабыли, да? Appipen вам все гораздо удобнее, хотя и не намного. Вот. И здесь, скажем, допустим, pip. Какой у нас pip? Да свежий у нас pip. Pip install. Ну, неважно что. Прям совершенно неважно. Можно поискать практически любой пакет на питоне, там вот. Лишь бы он был достаточно свежим. Сейчас, дайте какой-нибудь, господи. Financial data. Ну, короче, да, тут все, значит, на нас накинулись. Ну, хоть нас пнейм, вот этот, помните, пнейм? Да, вот давайте попробуем его. Значит, чтобы пнейм. Пнеймс — это генератор эльфийских имен, а также орочих, русских, монгольских, короче, всех. Вот. Мы можем попробовать сделать так. Взять вот этот URL с GitHub и сказать ему pip install git плюс и этот URL с GitHub. Что получится? Вот он скачает, с git клонит нам проект этот. О, он даже не собрался. Не умеет он так делать. Ну вот. В общем, далеко не все пакеты умеют так делать. Надо же, а вот у меня какой-то пакет был совершенно тоже левый. Он как раз заработал. Сейчас я попробую найти в истории какой-нибудь пакетец, который у меня установился. Вот. Ну, не важно. Важно то, что идея состоит в скачивании и установке. Вот, какого-то пакета. Ну, давайте еще раз попытаем счастье. Вдруг нам повезет. Ну, не знаю, там. NetworkX какой-нибудь. Ну-ка, давайте посмотрим. NetworkX же хороший, годный пакет. NetworkX. Вот. Да, смотрим, где у него гид. Гид у него на гитхабе. Пробуем поставить NetworkX. Кто-нибудь из них должен заработать.
Вот он его клонит, вот он запускает сетап P, и вот он его запустил, установил и работает. Обратите внимание на то, что он использовал legacy setup install, поскольку он не нашел других способов это сделать. Вот. Где-то, значит, в межъящичном пространстве, скорее всего, во временном каталоге, вот он заклонил туда этот самый гид, нашел там setup, вот он, и запустил setup tools, который, собственно, произвел установку. Вот. Pip умеет такие вещи делать. То есть он умеет из-под себя запускать setup tools. Мы в прошлый раз говорили о том, что, значит, setup tools — это все еще стандартный для питона способ установки, сборки и установки пакета. Но делать так не надо, потому что фактически вы тем самым воспроизводите за того человека, который предоставляет вам готовый пакет, процедуру сборки этого пакета. Традиционным на сегодняшний день и рекомендованным форматом является универсальный формат WIL, колесо, который представляет собой просто zip-архив с упакованным туда как содержимым вашего пакета, так и метаинформацией относительно его зависимостей, версии, имени, адреса пользователя, в смысле автора, и так дальше, и так дальше. Метаинформация в колесе довольно обширная упаковывается. И когда мы говорим пакетирование, мы предполагаем как раз создание вот такого колеса. Колесо тоже не первый формат. Раньше Python откладывал яйца. Вот. Python Egg такой был формат, вы можете в старых методичках его увидеть. Главное отличие яйца от колеса состоит в том, что колесо может содержать в себе бинарные компоненты, например, библиотеки, которые были написаны на C, скомпилированы в виде подгружаемых библиотек Python, для различных операционных систем и для различных, скажем, версий ядра Linux, например. Вот. Это, мы, кстати, сегодня таким будем пользоваться вариантом. И это внезапно упрощает жизнь питонисту, который хочет пользоваться библиотекой, отчасти написанной на C. И вот скачать исходники и собрать такую штуку — это всегда довольно сложная процедура, потому что мы из мира питона чистого внезапно переселяемся в мир разработки на C, C++ или еще каком-нибудь языке программирования. Вот. И это, конечно, очень сложно. Во всех, как бы, окружениях такая сборка происходит чуть-чуть по-разному, и, соответственно, почти всегда, поскольку чуть-чуть по-разному, но во всех, почти всегда заканчивается неудачей. Вот. И попытка автоматической сборки из исходников на C, естественно, такая штука, в общем, может закончиться удачно, а может быть и нет. Поэтому в колесе обычно создают под все окружения, до которых дотянутся соответствующие бинарники. Спасибо Continuous Integration, который умеет это делать как минимум для винды и для нескольких ядер Linux, и для Mac, кажется, тоже, хотя не знаю. Вот. И это вот все, что мы говорили в прошлый раз. Еще, да, значит, вот этот самый дистрибутив, он же колесо, это то, что надо публиковать для нужд ваших пользователей, которые будут просто ставить это колесо и пользоваться им. Если у вас есть какие-то генераты, которыми потом будет пользоваться ваш модуль, эти генераты надо сначала сгенерить, а потом опубликовать в составе колеса. Мы с вами помним, что генераты не надо генерить и публиковать в составе гид-репозитория. И, опять-таки, традиционно, это мы поговорим про это на следующей лекции про публикацию, опять-таки, традиционно, питоновые модули распространяются не через там какой-то конкретный гид, потому что вы можете вести разработку не в гите. Вот. Раньше было модно вести разработку в Mercurial на питоне почему-то. Вот он, любили все Mercurial, потом разлюбили. Значит, ну, вы можете там пользоваться SVN или еще чем-нибудь. Вообще можете пальцами все делать, если у вас это, если вы смелый и безрассудный, я бы сказал. Вот. Короче говоря, на гид никто не закладывается, поэтому традиционно, если мы зайдем на сайт PP,
пупи и поищем первый попавшийся какой-нибудь пакетик, вот, то мы увидим, что этот пакетик распространяется одновременно в исходниках. Вот это исходник, это колесо, а это исходник. Source distribution, build distribution. Два варианта. В build distribution это колесо, тот самый zip-архив, который можно сказать pip install. Source distribution это все нужные файлы. Ну, не хочет. Не хочет. Не умеет он открывать с помощью. Что-то я тут накрутил для безопасности. Ну, неважно. Давайте мы его скачаем тогда. Сейчас. Уйди противный, я сказал. Вот. Ну, неважно. Source distribution. Мы сейчас его будем делать. Сами посмотрим. Source distribution это такая штука, в которой... Ну, давайте все-таки посмотрим. Сейчас, секундочку. Вот он где-то здесь должен лежать. Вон он, publish. Вот. Это такая штука, из которой можно все собрать от начала до конца. Ну, давайте мы его даже распакуем. Вот он. Вот. И в этом, вот здесь вот должно быть описано, собственно, как собрать ваш пакет из исходников. Что еще ему нужно для жизни. Вот. Ну, вот тут есть набор для тестов. Я вижу toxini. Вот. Я вижу здесь три конфигурационных файла для сборки. Вот. Соврал, два. Здесь нету project.toml. Этот пакет соответствует уже устаревающей дисциплине оформления. Зато есть файл setup.kfg и setup.py. Это вот setup.py, это, так сказать, самый старый вариант. Setup.kfg более новый. Сейчас все приходят на специальный файл по project.toml, который управляет метасборкой. В чем смысл метасборки по сравнению со сборкой там из setup.kfg? Setup.py и setup.kfg это два формата, которые используются при сборке с помощью утилиты setup.tools и набора утилит setup.tools и именно их. Сейчас давайте найдем какой-нибудь setup.tools. Вот он. Мы в прошлый раз туда уже ходили. Фактически это один из возможных инструментов сборки. Другим возможным инструментом сборки является довольно модная штука, которая называется, сейчас я ее найду, Poetry. Если вы собираете ваш пакет с помощью Poetry, то вы в конфигурационном файле pproject.toml указываете, что сборка происходит не с помощью setup.tools, а с помощью Poetry. Вот. Тут прям все очень красиво. Poetry вам предоставляет workflow прямо от разработки до публикации. Вот. Штука вполне себе развесистая. Вау, красота какая. Мы ее трогать не будем, потому что она, а, сложная, б, скрывает некоторые низкоуровневые вещи под вот этим самым workflow. То есть для... Это как, так же, как крутые IDE для промышленного разработчика освоить Poetry и фигачить все на Poetry. Отличная идея. А для нас с вами, как для исследователей, это означает исследовать инструменты вместо собственного явления. Поэтому Poetry мы оставим в стороне, хотя он действительно удобный. И будем разбираться, так сказать, с низким уровнем. Что должно входить в колесо и что должно входить в source distribution? Разумеется, в колесо должно входить все для запуска и полноценной работы вашего продукта. Если это модуль Python, значит модуля, если это приложение, значит приложеньки, неважно. Все файлы, все дополнительные файлы, переводы, вот это все должно быть сложено в колесо и в колесе путешествовать. Что должно входить в SDIST, source distribution? Все, что нужно, вся информация и все нужные файлы, чтобы можно было ваш исходник собрать. К этим информации, возможно, и потестировать. К этой информации и нужным файлам относятся, ну, во-первых, разумеется, исходники вашего модуля. И, во-вторых, то, что мы называли словом инструментальной зависимости. Вот мы, значит, переходим
Тут немножко мы перепрыгиваем с места на место. Эта лекция делать копипастой из нескольких кусочков, мы потом к этому вот вернемся. Значит, сборочные и эксплуатационные зависимости. Это мы об этом тоже говорили в прошлый раз. Итак, все, что нужно для запуска работы вашей программы или вашего модуля, это эксплуатационные зависимости, в том числе, например, другие модули Python. Да? Допустим, мы сейчас... Давайте мы из этого паблиша выйдем, это неинтересно. Допустим, мы создадим модуль под названием ImgVrid, который будет пользоваться, ну, скажем, каким-нибудь Python Imaging Library. Да, вот... что там? Прям вот пыл будет использовать. From pill Python Imaging. Что мы хотим? Импорт, естественно, мы хотим создать картинку. Хотим нарисовать на этой картинке... нарисовать на этой картинке текст. А чтобы нарисовать текст, нам нужен шрифт. Ну, вот так вот примерно это должно выглядеть. Вот, это значит мы... Да, ну и давайте нарисуем утилитку, которая туда все запишет. Writer. Что в этот writer? Значит, первый параметр шрифт. Каким шрифтом? Дальше какой текст? По умолчанию, скажем, hello. Да, это было hello. Дальше, ну, что нам может понадобиться? Размер самой картинки. Ну, допустим, 250. Высота 100, размер шрифта, font size, ну скажем 40, что еще? Цвет фона, цвет чернил, ну давайте. Цвет фона у нас будет задаваться тремя цветами RGB, ну допустим цвет фона у нас черный, а цвет чернил у нас черный. А цвет бумаги у нас белый. Paper, значит, 255, G, paper, 255, и, значит, там что, B, paper, 255. Такой вот адовая функция. Я вам скажу, зачем я так сделал, чтобы туда можно было передавать произвольные параметры прямо из этого самого, из SysRGV. Вот. Ну что, давайте сформируем теперь, давайте посмотрим... Так, давайте посмотрим, как это делается. Пил текст. Draw текст. Как это делается? Image draw. Ну вот, да, вот, что мы хотим сделать. Вот этот примерчик мы прям скопипастим. Я его даже начал копипастить наизусть, но, разумеется, забыл, как там дальше. Мы должны создать шрифт, создать картинку. Создадим картинку, значит, у нас здесь только будет цвет уже задан, size равняется int от v, int от h, и цвет, это у нас чего? Цвет бумаги, paper равняется int от rp, int от r, gp, int от bp. Ну давайте по ходу сразу сделаем. А все вообще работает, там народ смотрит народ. По ходу сразу сделаем ink. Вот, потому что он нам тоже понадобится. R G B. Значит, у нас началась адская ругань на фэншуй, но мы ее игнорируем. Значит, это у нас, соответственно, будет size, а это у нас, соответственно, будет paper. Так. Подсматриваем дальше. Теперь мы должны сгенерировать шрифт. Вот шрифт у нас здесь единственная разница fs и z. А шрифт мы принесем с собой. И это фишка сегодняшнего занятия. Как носить с собой датафайлы, кроме Python. Значит, тогда мы тут напишем слово font.
И это тот самый фонд, который у нас вот здесь приезжает. Вот. ФСЗ, а у нас ФСЫ. Вот. Так, теперь мы этим шрифтом на этой картинке нарисуем текст. А, нет, нам сначала нужно сделать рисовалку. Так устроен Python Imaging. А потом, я не хочу мультилайн, я хочу просто D-текст. А потом мы нарисуем вот так вот D-текст, ну, скажем, со смещением 10-10, ну, или V делить на 25, на 10, H делить на 10. Это у нас смещение левый верхний угол традиционно, да, значит, что там? Строка, фонд и цвет. Отлично. Строка у нас будет текст. Фонд у нас будет фонд. Цвет у нас будет инк. Нарисовали. ФНТ, естественно, потому что фонд это имя. Нарисовали. И теперь вернем return. Что вернем? Out. Вернем наш образ. Что тебе не нравится? White space, автор, арифметик, оператор. А, не автор, а без, да, вот. Ему не нравится вот это. Так лучше, так лучше. Ну и шикарно. Вот у нас, значит, будет штука, которая изготавливает картинку. Тут, в общем, ничего совершенно военного нету. Давайте мы еще обеспечим функцию main. Даже не так, а вот так. Функция main будет без параметров, чтобы удобнее делать entry point было. Про entry point мы сегодня успеем поговорить, я надеюсь. А здесь просто сделаем следующее. У нас, значит, первый параметр — это имя файла, в который запишется картинка. Вот. Шрифт мы сейчас подсунем какой-нибудь myfont. Короче говоря, img равняется в writer... Вот тут имя шрифта нужно придумать. Ну, допустим, оно будет myfont.ttf. Значит, а дальше, да, значит, import sys. Здесь sys.rgv, начиная со второго. Первый это будет, собственно, имя файла, в котором мы все записываем. Ну, а дальше мы все записываем. Значит, это img, Давайте подумаем, что там. Save. Отлично. Image.save. Там что, тип png надо указывать? А, нет, не обязательно. Мы можем по имени указывать. Image.save. RGV первое. Токсис RGV. Соответственно, если мы ничего не укажем, никаких параметров, к нам приедут... Img, я сказал. К нам приедут... Да, блин. К нам приедут вот эти параметры по умолчанию, а то, что я их всех обмазал интами, гарантирует нам, что мы просто в командную строку засовываем все вот эти чиселки в виде строк, и они превращаются в чиселки. Такая вот немудрящая программка. Вот сейчас мы ее затестим. Только давайте мы им скажем что-то типа git init и git add, чтобы... Вот. А давайте ее затестим. А, чтобы ее затестить, надо еще сделать main.py и здесь сказать просто from.import main. Мне кажется, этого достаточно. Так. Python. Ага. А еще мы хотим сделать pipenv. Pipenv shell. Жмак, бряк, хряк, проехало. Значит, давайте пробовать, хотя она сейчас не заработает, я уверен в этом. Python-m imgrid. Но модуль name pil. Ага, pipenv install pillow.
Вот мы ставим эксплуатационную зависимость, без которой у нас наш модуль работать не будет. Ну и наша тестовая программочка к нему тоже. Надо сказать, что пытаюсь вспомнить. Минус вент, во. Что этот самый pillow в действительности бинарный модуль. Смотрите. Вот сам пил, он, да, и вон к нему куча бинарных модулей, написанных на C, а может на C++, ну, написано Cython, значит на C. Вот. И он еще с собой притаскивает плагинчики. Вот они. И это вот вообще чистой воды, значит, собранные какие-то, значит, это вообще библиотеки. Это прям библиотеки libfreetype, libharbaz и так дальше. То есть, когда мы установили в окружение Pillow, Pillow с собой притащил модуль свой, и еще он с собой притащил классические линуксовые библиотеки, которые у нас в системе и так есть, но он будет пользоваться вот этим. Вот это та самая ситуация, про которую я говорил, что нельзя надеяться на то, что Python-модуль написан на Python, вот тут очень много написано на C, и это все авторы собирают где-то там, где оно собирается, а нам раздают в бинарном виде. Вот, значит, да, и вот, значит, мы сейчас попробуем еще раз запустить наш модуль, он опять не запустится. Он говорит, cannot open resource. Мы не предусмотрели шрифта, myfont.ttf, вообще говоря, отсутствует в системе. Ну хорошо, а что есть в системе? Ой, если я скажу locate ttf, значит cp. Вот, да, как он должен называться, myfont.ttf. Вот давайте наш шрифт будет называться myfont.ttf, мы возьмем free serif какой-нибудь. Чё? А, мы его куда скопировали? Мы его скопировали туда, значит, давайте мы тогда... Здесь напишем, что он лежит в каталоге ImageReads. Но это будет все неправильно, но пока что сделаем так. Color must be int or tuple. Что я сделал неправильно? Вроде бы это tuple. Кто мне тут... Так, у нас есть вообще зрители, которые все это смотрят, есть 5 человек. Я просто к тому, что, может быть, кто-то нашел какой-то глюциноген в этом коде. Почему у меня здесь... А, все, я вспомнил. Я неправильно подглядел. Там надо указывать font равняется font и fill равняется color, да? Значит, font равняется font и fill равняется ink. Вот так это нужно сделать. И первым параметром должно быть имя файла. O.png. Expected string. Что тебе еще не нравится? Ну, давай еще раз посмотрим, что я неправильно сделал. Здесь все правильно. Draw text. Да? Где там draw text? Вот. Font, font, fill. Ну, тут у нас RGB, а тут просто RGB. Все вроде нормально. Не понимай. Ну, давайте еще раз проверим. Так, в чем ошибка-то? Writer. Вызвали writer. Вызвали d.text. .text. Tuple. Text. Font. Ink. Смотрим в картинку. .text. Tuple. Text. Font. Fill равняется ink. Я не понимаю. Все, понял. Их же надо было распаковать.
Вот. Та-дам! Ну вот, вот мы нарисовали какую-то программку, которая что-то умеет. Мы можем сейчас, например, уменьшить размер этой картинки зачем-нибудь. Вот, или там, например, Hello World. Вот. Короче, вот. Написали. Давайте мы сделаем подобающий gitignore, в который мы пропустим целую кучу всякой ерунды. Посмотрим, что у нас говорит gitstatus. Он говорит, что мы много чего понаменяли. O.png, значит, gitignore. Я люблю файлы называть точка, буквами O, O, точка, звездочка. Это тоже ignore. Ну вот. Git add. Какая-то программа, которая как-то работает. Что у нас имеется на данный момент? На данный момент у нас имеется зависимость на pLow. У нас не имеется зависимости сборочных, потому что мы ленивые. Хотя, как только мы начнем заниматься переводами, тестами, проверками синтаксиса и так далее, все вот это прилезет вот сюда в зависимость. И у нас не имеется пока что настройки на сборку из этого всего пакета. Ну, давайте попробуем собрать пакет. Значит, для того, чтобы собрать пакет, давайте глянем в список. Нам нужен файл под названием pproject.toml. Вот. Только давайте прямо сначала начнем. Quick start. Вот. Значит, это pproject.toml. Поскольку это мета-сборщик, то есть это файл описания того, с помощью чего мы будем дальше собирать пакет, то главная и единственная его непременная часть — это, собственно, описание того, с помощью чего мы дальше будем собирать пакет. Здесь написано, что мы будем собирать пакет с помощью setup tools, и, собственно, сам сборщик называется setup tools build meta, то есть тот, который умеет работать с вот этим, значит, с вот этим вариантом сборщика. Вот. Что еще можно засунуть в пакетик? Ну, давайте вот засунем вот это сразу. Пакет у нас называется imvgrid. Вот. Версия 0.0.1. Packages — это что? Это что? My package. А, это каким пакетом? Мы же можем собирать сразу несколько. Несколько. Requires. А вот requires у нас пока никаких нету. Хотя на самом деле есть. Сборочная зависимость есть на pill, но мы сейчас убедимся, что она нужна. Вот это, вот этого описания, обратите внимание, я воспользовался... Ой, это был setup kfg, sorry. А давайте, пока kfg, давайте пока так и сделаем. Значит, смотрите, вот то, вот это, pproject.toml, это описание для мета-сборщика, а вот setup kfg — это уже описание для... Вот, а вот это уже описание для setup tools, как называется пакет, из чего он собирается, какие у него зависимости, вот это вот вся машинерия. Уже сейчас мы можем собрать неработающий пакет. Только вот это лишнее. Уже сейчас мы можем собрать неработающий пакет с помощью инструмента, который называется build. Кстати, давайте его поставим. Вот. Это простейший питоний скрипт, который собирает, умеет собирать колесо и этот самый source distribution, вот, из
исходников как раз на основании этого самого Project Omla. Вот. Наверное, его надо будет потом вставить в сборочные зависимости нам в пакет, но это все впереди. Значит, ну что? Python минус m build. Вот. Build делает все прямо внутри virtualenv, то есть он собирает, открывает еще один вложенный virtualenv, в него все ставит, потом все строит, автоматом ищет, узнает, как называется наш пакет по имени. Видите, он определил, что поскольку у нас имя пакета imgrid и есть каталог imgrid, то все питоньи файлы оттуда надо включить. Вот. И, значит, сформировал в каталоге диск два варианта. Это source distribution. Вот он. В этот source distribution входит наш модуль imgrid и метаинформация к нему. Вот это egg, это как раз дань legacy. Раньше Python откладывал яйца, напоминаю. Egg info, это как раз метаинформация, в котором написано, какие у нас зависимости, какие у нас что у нас за исходники, информация о пакете и так дальше. Мы сейчас этот пакет поставим и посмотрим. По Project Omla Setup KFG это то, что мы предоставили. PKG.info — это суммарный паспорт нашего пакета на основании тех метаданных, которые мы засунули в Setup KFG. Вот. Ну, собственно, вот. Значит, этот пакет нерабочий аж по двум причинам. Причина первая. В нем не написано, что он зависит от pillow. И, соответственно, если мы сейчас поставим эту штуку, давайте мы отдельный терминальчик откроем, скажем ему python 3-mvenv тест, неважно какой. Вот он создал этот самый тестовый, да. Activate и говорим pip install. Кстати сказать, как вот там imgrid dist. Вот. С одной стороны, смотрите, какая красота. Берем и ставим. И более того, python минус m imgrid у нас даже запускается, но не работает. О! Ну, модули named pill. Мы не включили зависимость на pill в эксплуатационные зависимости нашего модуля. Эксплуатационные зависимости можно указывать в файле setup.kfg, а можно указывать в файле по Project Omla, но это пока экспериментальная возможность, так что мы лезем в setup.kfg. Вот то самое место, где, собственно, нужно было написать, в каком синтаксисе, без кавычек, просто pillow. Вот. Install requires. Эксплуатационные, ну, установочные зависимости. Значит, шикарно. Повторяем наше упражнение. Можем сразу сказать минус v, чтобы у нас собрался только колесо. Так будет просто быстрее. И еще можем сказать минус n, чтобы это все не происходило с развертыванием дополнительного чистого виртуального окружения. В принципе, минус n опасная штука, потому что туда может приехать что-то, что вы не указали в зависимостях. Просто у нас, ну, для быстроты это мы делаем так. Видите, это просто существенно быстрее. Вот. Но, в принципе, минус n использовать не стоит. Это такая штука. Short circuit такой. Так. Удаляем наш image grid, потому что он оказался неправильным. Скажем сразу минус y. И ставим его заново. О! Видите вот это? Видите вот это? Видите, кстати, во-первых, что это модуль Pillo, а во-вторых, что он собран специально для разных Linux, начиная с ядра 2.17. Кажется. Да. Под x86-64 архитектуру. По стандарту Mini Linux 2014 у Python есть несколько разных стандартов сборки. Вот этот один из них. То есть сейчас в наше виртуальное окружение просто по факту pip install, просто по факту того, что мы указали в setup.kfg установочную зависимость,
приехал этот самый пилу, и у нас наш модуль почти работает, только он шрифт не находит. И тут у нас возникает интересный вопрос. А как... Сейчас, давайте мы еще установочную зависимость, эксплуатационную зависимость тоже укажем. А, установочная зависимость... Значит, сборочная зависимость указывается не здесь. Сборочная зависимость указывается в pprojectomle, вот здесь вот. Потому что фактически мы рассказываем нашей метасистеме сборки, какие конкретно надо пакеты установить, чтобы потом с ними работать. Вот здесь указывается сборочная зависимость. Вот. Но это нам не поможет. MNAT не поможет, потому что в нашем файле, и мы это видим, напрочь отсутствует файл со шрифтом. Внимание, вопрос, а где он вообще у нас лежит? У нас вообще лежит в очень неправильном месте с точки зрения кода. Код плохой. Смотрите. Наш файл лежит в... Прям в очень плохом месте. Ну, прям вот так делать нельзя ни при каких условиях. То есть, фактически, наш модуль, а мы оформили нашу программу как модуль, заработает только в том случае, если в текущем каталоге имеется подкаталог imgrid, а там есть файл под названием myphone.ttf. Что, в общем, ну, нехорошо от слова совсем. Поэтому рекомендуется так не делать никогда. Вот. А рекомендуется в этот список включать относительный путь к этому самому файлу, тем более, что он же у нас лежит прямо рядом с нашим модулем. Но если он лежит прямо рядом с нашим модулем, то можно написать так. Import os. Или даже вот так, потому что это глобальный ресурс. Font равняется os.path.join. Что там у нас? Файл. Только от этого файла надо сказать os.path.dirname. Вот. Тем самым мы узнали каталог. А сейчас в этот каталог, собственно, мы подложим наш myphone.ttf. Вот такая вот картина. Будет гораздо более, чего тебе не нравится. Line to long. Отстань, противная. И, соответственно, здесь мы используем вот эту константу font. Во-первых, проверим, что все это продолжает работать. Да? Мы что сделали? Мы посмотрели, взяли файл, который лежит рядом с текущим модулем. То есть прямо в его, как бы, рядом с текущим пакетом, который init. Да? То есть рядом с init, короче. Значит, давайте попробуем, проверим, что он работает. Он работает. Видите, восклицательный знак появился. Вот. Очень хорошо. Что он нам говорит? GetStatus. GetStatus говорит, что мы в процессе разработки ничего лишнего не нагенерили. И вот теперь наша задача включить этот файл в пакет, чтобы он попал в колесо. Давайте посмотрим, как это делается. Вот как это делается. Значит, в setup kfg мы должны указать, что в нашем пакете, с нашим пакетом, в данном случае пакет один единственный, поэтому тут можно написать имя пакета, в нашем пакете лежат файлы, которые .ttf, они вместе с ним должны приезжать. То есть что-то типа такого мы должны будем... Что у меня? А. Что-то типа такого мы должны вписать в наш setup kfg. Да блин. Package data. Можно написать им в grid, можно написать звездочка. По-моему, это все равно. Звездочка и точка ttf. Вот. Пробуем. В общем,
Вот смотрите, разница между минус n и отсутствием минус n. Вот сейчас он сначала развернул virtualenv, потом все чистенько в virtualenv сделал. Так, в принципе, надо делать. Вот. Смотрим. О! Видите вот это? При создании нашего бинарного... А сейчас давайте посмотрим, кстати. Да, вот он. Вот. И вот теперь у нас будет все работать. Давайте мы сделаем uninstall. Сделаем снова install ему. Ну, давайте посмотрим, что он действительно приехал. Он приехал. Да. Та-дам! Такие дела. Значит, вот примерно стадии того, как мы должны оформлять наш семестровый проект. Правда, конечно, лучше туда побольше метаинформации засунуть. Там, помимо версий и всего этого, всего вот этого, смотрите, сколько всего можно напихать. Вот. В сетап КФГ. Много всего можно напихать. Вот. Лицензию, например, было бы неплохо с собой таскать. Да? Классификатор для Python Package Indexes, ну и так дальше, и так дальше. Include Package Data по умолчанию теперь true. Давайте теперь посмотрим, как собираются исходники. Не хватает, что у нас лежит в исходном пакете, не нужно ли туда чего добавить. SDIST. Похоже, что ничего не нужно. Сейчас мы посмотрим на это. Но мне кажется, что все хорошо. Ну, он еще, я забыл сказать, что чтобы он только SDIS собирал. Вот, да. Так, что мы видим? Мы видим PKG.info, мы видим каталог, мы видим файл данных, мы видим pproject, мы видим setup KFG. Все нормально. Единственное, что, если у вас в составе вашего исходника путешествуют тесты, какие-то еще файлы. Короче говоря, если у вас не только ваш модуль, но и, например, тесты к нему, то отдельно нужно этот указывать, что они вместе с ним путешествуют, эти тесты, что этот каталог тоже нужно закладывать. Сейчас я попробую найти эту штуку. Секунду. Ну окей. Значит, я не вижу ответа на свой вопрос. У нас есть время поискать это в интернетах в течение недолгого времени. А вопрос вот какой. Предположим, я написал тесты. Положил их в каталог tests. Что мне сделать, чтобы эти тесты путешествовали вместе с source distribution? Они там должны быть. Их не нужно складывать в колесо. Их нужно складывать в source distribution. Ну, даже давайте мы прям сделаем tests. И touch... Ничего туда не будем вкладывать, да, просто добьемся включения этого пакета в... Давайте даже не так сделаем. Сейчас, секунду. Git add pproject.om setup kfg. Git commit minus m. Вот. А вот, да... А вот теперь, значит, с тестами. Ой. Нет. Вот. Вот. А вот теперь с тестами. Если мы сейчас сделаем этот самый dist, минус m build, минус S. Ну, он залит environment. Ну, в любом случае, сейчас в SDIST не влезет, не въедет наши тесты. Я вангую. Если только какой-нибудь искусственный мозг нашего этого самого билда не придумал, что если он видит каталог тест, то это хороший годный каталог. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет.
не туда. Нету там тестов, да? То, что эти тесты дисфункциональны, никого не волнует, но тестов там нету. Что делать? Давайте погуглим. А, манифест. Так. Так. Ща, давайте поищем. У меня слово манифест, по-моему, выпало вообще из лекции и совершенно напрасно. А, нет, есть. Вот он. Не выпал. И это еще один файл. На этот раз этот файл описывает, как собирать исходники. Надо же, оказывается, ответ был в лекции, а я не посмотрел. Вот. На самом деле ответ, конечно же, не в лекции, а прямо в документации по Setup Tools. И в очевидном месте specify the files to distribute. Вот. Вот он этот manifest in. Давайте посмотрим, что мы тут... Значит, файл называется manifest.in. Да? Да? Вот. Мы видим, что почти все, что нужно, включается автоматически. Давайте только напишем, что тут еще tests. Как-то так. Давайте посмотрим. Или recursive include, да? Тест слова нету, а вот да, include. Ой, как интересно. Тут написано, что... А, он должен называться тест, а не тест. Ха-ха-ха. Ну, хорошо. Все очень смешно. Если бы каталог назывался тест, он бы его, мозг бы его распознал. Но мы его назвали тест, да? И поэтому мы сейчас напишем ручками эту вот... Только не равно, а просто, да? Вот так сделаем. Ну-ка. О! Вот он. Ну-ка. Вот они. Вот. Значит, вот сейчас мы сформировали наш исходный дистрибутив, указав в нем в манифесте конкретно, какие еще файлы, помимо тех, которые нашел искусственный мозг и без того, нужно распространять вместе с исходниками. При этом, по идее, эти тесты не должны распространяться вместе с бинарниками. Давайте посмотрим. Да, вот. Манифест рассказывает про то, какие именно еще файлы нужно распространять. Туда можно воткнуть настройки для проверялки синтаксиса, тесты всякие данные для тест-кейсов. Короче говоря, все то, что позволяет вести полноценную разработку, как если бы вы сделали git-клон просто соответствующего проекта. Вот, давайте тогда мы... Ради интереса добавим это все. Во. Значит, как видите, теперь у нас по командочке git build, python-m build формируются два файла. Один из них это то, что можно сделать pip install, а второй из них это то, чего можно скачать и продолжать разработку в любом произвольном месте, с учетом того, что мы... С учетом того, что мы сделали на основании нашего pip-файла, проанализировали, вот тут написано build и pillow, и здесь тоже написано, что
requires build. Неправильно я сказал. Pipenv uninstall stall build. Не туда его поставил. Вот. Надо говорить install минус d. И это следующая тема, о которой хотелось бы сегодня поговорить. Значит, тема вот какая. Итак, у нас есть 4 класса пакетов, которые могут появиться в нашем виртуальном окружении. Тут Дмитрий спрашивает, как-то странно получается, что мы в разных файлах описываем часть в setup.kfg, часть в манифесте. Значит, история вот какая. Манифест — это инструмент для описывания того, из чего у нас собирается исходный дистрибутив. То есть, какие исходники надо запаковать в тарбол, чтобы этот тарбол можно было продолжать разрабатывать. Манифест универсален. То есть им могут пользоваться setup tools, им могут пользоваться какие-то другие инструменты, потому что он просто читает этот манифест и на основании его анализа собирает tarball. Да? Не собирает, а формирует. А setup.kfg — это настройка конкретно для setup tools, который будет собирать из ваших исходников дистрибутив view. Например, если вы пользуйтесь не setup tools, а пресловутым тем самым poetry, то там будут другие конфигурационные файлы. Или вы по старинке пользуетесь там, не знаю, distutils'ами какими-нибудь страшными. Или в будущем изобретут какой-нибудь еще инструмент сборки. Возможно, уже наизобретали их кучу. Да? Setup.kfg — это файл, в котором вы описываете конкретно, как собирать дистрибутив из setup tools, с помощью setup tools. Ну и, наконец, есть еще pproject.toml, в котором вы тоже всю эту информацию слегка дублируете. И тренд такой, что в современности, что туда переносится все то, что независимо от системы сборки. Например, есть тренд перенесения эксплуатационных зависимостей тоже в pproject.toml, вот в такой форме. Видите, написано experimental, вот сюда вот можно перенести. Не писать setup.kfg, а писать pproject.toml. Более разумная, более правильная штука. Мне кажется, что так и должно быть. Сейчас идут активные работы по утрясанию этого синтаксиса. Тут я могу заметить вот что. Не прошло и 25 лет, прошло, как сообщество Питона задумалось о том, что у пакетов есть сборочные и эксплуатационные зависимости, и описывать их абы как с помощью скрипта на Питоне — это ну такое себе. Если бы это было очень молодое сообщество, им бы было все равно, то, понятное дело, в том смысле, что им бы было более-менее наплевать на обратную совместимость, то понятное дело, что все бы это разбивалось и цвело бы бурным, развивалось бурной, жило бурной жизнью и цвело пышным цветом, но, к сожалению, или к счастью, Python сообщество очень большое, легаси огромное, и вся вот эта вот машинерия развивается достаточно медленно, чтобы быть действительно универсальной и вступать в свои права размеренно так, чтобы все сообщество успело перейти со старого, значит, ну там, с distutils на setup tools, а с setup tools в виде этого самого setup kfg на вот pproject.toml в виде метасборщика. То есть в идеале в setup kfg должно остаться только setup tools специфичная информация, то есть как именно запускать setup tools, как им его дергать, а в pproject.toml все остальное, что не зависит от инструмента сборки, а, собственно, описывает пакет. Вот. Метаинформацию тоже теперь модно указывать в pproject.toml. Тут даже, видите, идет такая штука, что можно конфиги setup tools там хранить. Но это уже такое себе, я пока это не рекомендую. Вот. Я думаю, что когда-нибудь манифест тоже станет генератом и тоже будет храниться в pproject.toml, если ему там самое место, да?
потому что, извините, описание исходных текстов в проекте, но чего-то пока нет. А, кстати, давайте проверим, может быть, я ошибся? Может быть, манифест уже давно там? Давайте проверим. Так. Create a source distribution. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Specifying the file to distribute. Manifest in. Увы, ах. То есть описание вашего тарбола все еще лежит в manifest in. Вот. Ну, дело в том, что у него свой собственный синтаксис. Возможно. Стоп, минутку. Ну, короче, вот еще не дописали, видите? Похоже, что идет над этим работа, и что это еще, что это устаревший документ, что вот когда напишут хороший годный документ, который более новый, вон, идите в GitHub Discussions, ну, короче говоря, мы с вами находимся прямо на границе вот этого bleeding edge развития дистрибуции под Python, вот. Такие дела. Мы с вами не обсудили еще две вещи. Одна вещь про бла-бла, а одна вещь практическая. Давайте, поскольку у нас осталось еще целых 20 минут, немножко переключимся на бла-бла, а потом ради того, чтобы отдохнуть от бла-бла, вернемся к практике. Бла-бла. Бла-бла – это отслеживание зависимостей. Значит, как соблюдать дисциплину, различия. Это я начал рассказывать про четыре вида модулей в виртуальном окружении и сбился на ответ на вопрос, актуальный вопрос Дмитрия. Так вот, четыре вида пакетов может встретиться в нашем виртуальном окружении. Это самые важные эксплуатационные зависимости. Кстати сказать, далеко не все эксплуатационные зависимости для разработки нужны. Мы вполне можем использовать какой-нибудь мокер, который будет там имитировать, работу с несуществующей базой данных. Потому что база данных где-то там в продакшене, и все наше творение тестируют в продакшене. А мы, значит, мокаем эту базу. Но часть эксплуатационных зависимостей, разумеется, ставится, чтобы вообще проверить, что все работает. Вот как мы пил ставили. Мы же могли пил не ставить, да? Мы могли разрабатывать здесь, потом там ставить, и там туда бы приезжал пил, и мы бы там его тестили. Сборочные зависимости, которые непосредственно используются при сборке. Видите, я даже специально переустановил build с маркером -d pipenom, чтобы в pip-файле он оказался вот в этой секции, а не в этой. А почему я сказал, что их 4? Их 3? А, 4. На самом деле, есть еще один класс пакетов, который у нас в виртуальном окружении стоят, но мы на них не смотрели. Например, pip517. Кто принес с собой pip517? Ну, я вангую, что build, потому что build это и есть реализация pip517. Pparsing. Кто принес с собой pparsing? Tomli. Кто принес с собой Tomli? Не знаю. Кто-то из этих пакетов по зависимостям принес с собой еще эти пакеты. Вот эти все пакеты, которые принесены по зависимости. Они могут быть эксплуатационные, они могут быть сборочные. Нам важно, что мы их сами руками не ставили. И здесь их, соответственно, нету. Но кто-то из них, вот либо этот, с собой, ну, pparsing, я думаю. В смысле, build, я думаю, с собой pparsing принес. Кто-то из этих двух с собой принес еще по зависимостям какие-то пакеты. Это третий класс модулей, которые должны быть установлены в вашей системе для того, чтобы соответствующее действие можно было сделать, запустить или собрать. Вот. Но наличие которых не обязательно в том смысле, что если, например, build перестанет требовать pparsing, перепишет его на какого-нибудь, там, не знаю, оперед, да, или нужно что-нибудь такое, то тогда при установке билда в ваше виртуальное окружение pparsing не приедет. Вам не нужно руками указывать зависимость еще и на него, она была автоматически, он был автоматически притянут при установке, там, ну, в данном случае билд. Наша задача вот эти два модуля, а не вот эти 8. Чувствуете разницу?
Вот. Четыре, значит, класса. А четвертый класс — это мусор. Мы взяли и поставили какую-то ерунду. Потестили ее, не понравилось. Удалили эту ерунду, но забыли удалить все пакеты, которые от нее поставлены были по зависимостям. И это довольно частая ситуация, потому что в Питоне все еще нету, как, допустим, в дебиановском ДПКГ, все еще нету отдельно маркированных пакетов, установленных по зависимости, на которых зависимости уже нету. Например, смотрите. Взяли и поставили PipSearch. Этот PipSearch с собой сейчас притащит Beautiful Soup в количестве. Ну, короче, вот притащил. Вот это все с собой притащил PipSearch. А мы его просто поставили, чтобы пользоваться PipSearch. Вот. Что? Вон, видали? Натаскал. Что при этом происходит? Нам нужно различать эти четыре класса пакетов. Учитывать нужно только эксплуатационные и сборочные зависимости, все остальное в результат не включать. Традиционные утилиты, ну, например, pipfreeze, выдают нам полный набор всего, что было поставлено, не отличая мусора от эксплуатационных зависимостей, от сборочных, от рекурсивных, от всего вот этого. Нормального инструмента соблюдение всего этого безобразия не существует, поэтому используйте какую-нибудь дисциплину. Эту дисциплину можно самому развить, эту дисциплину можно отчасти кастализировать с помощью того же Пипенова, вот этого вот варианта, да, что ручками, если мы хотим поставить пакет, про который мы точно знаем, что это сборочная зависимость, мы говорим PPF install -d. Если мы хотим поставить пакет, про который мы точно знаем, что это эксплуатационная зависимость, мы говорим PPF install. Да? Все остальное мы говорим pip install, как я сейчас сделал. Вот. И для того, чтобы очистить, мы говорим pipenv -rm. И он удаляет все. Ой, нет. А, это у нас этот самый, это системный. Он удалил все. А потом говорим pipenv sync. А, сначала лог. Ой, нет. Все, мы напортачили. Ха-ха-ха. Да. Нельзя было сказать pipenv. Сначала надо было сказать pipenv log. Ну ладно, давайте еще раз проделаем этот. Так, pproject.toml. Pipenv. А, надо просто перевойти туда. Pipenv shell. Pipenv, я сказал. Все правильно. Мы уже удалили этот самый, удалили virtualenv. Вот. Все. Значит, что сейчас произошло? Мы удалили полностью с помощью pipenv-rm, удалили полностью все пакеты, которые вместе с виртуальным окружением. Удалили полностью виртуальное окружение. Во. Дальше я попытался в ней его что-то сделать, естественно, мне ничего не вышло. Дальше я перевошел, сказал pipenv-shell, сказал pipenv-sync, и смотрите. Чистенькая и сухая. Pillow, setup tools, wheel, все как надо. А сейчас ставятся эксплуатационные зависимости. Вот еще приехал билд, который с собой принес те самые ppparsing и все остальное. Вот. Тем не менее, вы можете ошибиться в вашей дисциплине и не суметь нормально отследить эксплуатационные зависимости, потому что вообще забыли про это сделать. Ну, так бывает. Или взяли какой-то чужой проект, или еще что-то. Чисто теоретически эксплуатационные зависимости можно отследить двумя способами. Способ первый – это… Давайте начнем со сборочных. Значит, как отследить сборочные зависимости? Чисто теоретически сборочные зависимости можно отследить путем запуска процедуры сборки и проверки того, какие конкретно модули при этой сборке использовались. То есть мы запускаем сборку,
И питону говорим, каждый раз, когда ты делаешь импорт, рассказывай мне, чего именно ты делаешь импорт. Удобно это делать, конечно. Ну, давайте попробуем. Значит, для этого нужно сказать жом-жом-жом. Python verbose равняется импорт. Python минус m build. О! И он начинает трысить. Видите, он говорит, какие именно файлы импортятся в тот момент, когда мы запускаем нашу сборочницу. Вот этот трейс можно поанализировать и посмотреть, среди всех файлов, которые были заимпорчены, были файлы, которые принадлежат самому питону, ну, OS всякий, math, вот это все. И были файлы, которые лежат у нас в минус-минус венв, у нас в виртуальном окружении. И вот те файлы, которые лежат у нас в виртуальном окружении и принадлежат каким-то пакетам, вот эти пакеты и есть сборочные зависимости. Я написал скрипт, который это делает. Вот он. Который ровно так и работает. Он запускает pip-list минус-минус not required, то есть показывает. Кстати, pip-list минус not required, я соврал, pip умеет показывать, на самом деле pip умеет показывать только пакеты, которые установлены по непосредственно, а не по зависимости. Да? Я соврал, pip это уже умеет, он не умеет дальше с этим работать. Он запускает pip-list минус not required, дальше он смотрит, какие пакеты мы поставили, дальше он запускает, собственно, вашу программу. Да, вот потом запускает pipshow-f, посмотрит все имена файлов, которые есть. Дальше запускает нашу программу и дальше смотрит, вот эти имена файлов принадлежали одному из этих пакетов или не принадлежали. Вот какому принадлежали, такая и сборочная зависимость. Давайте попробуем, значит. Это вот так делается. Я его скачал вот сюда. Python минус... Нет, просто запускаем этот питоний скрипт. Да, а здесь запускаем, собственно, процедуру сборки. Python минус m build минус m build. Это довольно долго, потому что сначала полностью формируется весь список всех файлов, входящих в наш dict object head attribute add. Чё? Как так? Работал же вчера. Да. Интересно, как это сделал. Интересно, будет ли это работать вообще. Убью. Долго. Вот. Он говорит, что ничего кроме билда для сборки-то нам и не нужно. Ну, он прав. А вот если бы помимо билда мы еще собирали, мы бы пользовались каким-нибудь дуитом, он бы показал там дуит, а если бы мы пользовались каким-нибудь флейком и всем остальным, он показал бы флейк. Ну, в общем, вот такой вот костыль. И это что касаемо сборочных зависимостей, которые просто трейсятся, процедура сборка на предмет того, какие модули из числа установленных в окружении мы трогаем. Но есть еще и попытка отследить же. Есть еще и попытка отследить эксплуатационные зависимости. И вот тут вот наш метод не помогает. Мы же не можем запустить всю нашу программу и оттестить все модули, которые она загрузит в этот момент. Ну, наша программа может быть боевой, она может быть 100-500 каких-то модулей. Поэтому вместо этого надо ее синтаксически распарсить, найти там все импорты. Или импорт либо, или что-то такое. И вот эти импорты все, значит, посмотреть. Инструментов, которые занимаются поиском эксплуатационных зависимостей в модулях питона в PP навалом, ни один из них не показал себя нормально. Наиболее нормально работают инструменты, которые
типа PipCheckRex, который импортирует PIP, но мы с вами знаем, что импортировать PIP нельзя, PIP для этого не предназначен. Вот. Как ни странно, самый адекватный инструмент, он, правда, выдает в очень в специфическом формате эти самые зависимости, это штука, которая используется в сборочнице сообщества от Linux Team для определения чего? Правильно, питонных зависимостей у пакетов, чтобы можно было ставить, чтобы можно было на линуксовые пакеты эти самые зависимости проводить. Вот. Запуск примерно такой. Find project python 3. Только не project, а мы его как назвали? И мы в грид. Вот. Вот все модули, которые он поимпортил. OS. Ну, OS входит, разумеется, в Python, поэтому неинтересно. А вот PIL был найден в фразе import PIL. Ну, вот, значит, вот это наша эксплуатационная зависимость. Только она PIL на самом деле. Ну, это уж дело такое. Вот. Значит, еще раз. Таких инструментов нету ни того, ни другого. Именно потому, что предполагается, что все-таки разработчики соблюдают дисциплину разделения вот этих четырех классов пакетов. Последняя тема – это точки входа. Точка входа – это ситуация, когда мы хотим, чтобы после нашей установки пакет или какая-то его часть, или что-то можно было запускать не с помощью Python-M, а прямо с помощью скрипта, сценария. Этот сценарий будет сформирован для вашего пакета автоматически. Для этого нужно просто рассказать, как он должен выглядеть. Это все указывается, кажется, все в том же setup config. О! Вот он. Options entry points. Setup script. Давайте посмотрим setup config. Options entry points. Консоли scripts. Наверное, там будут какие-то еще другие, но пока что мы говорим про консоли scripts. Наша штука называется imgrid. Так будет называться скрипт. Давайте его переименуем. Imgvrite. Такая программа, которая врет на image. Вот. А дальше надо указать название модуля, название функции. Мне кажется, этого достаточно. Давайте попробуем. Давайте попробуем для начала просто сделать колесо. Посмотрим, что в это колесо приедет. Ну, я не вижу, чтобы туда приехал модуль. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это после установки происходит. А после установки все нормально. Этот сценарий, скрипт этот самый, генерится автоматом на основе тех метаданных, которые нам Setup Tools нагенерил. Видите, вот он, ImageWrite. Давайте в него заглянем. Он генерится автоматом, потому что в разных операционных системах он выглядит слегка по-разному. Вот. Например, в Винде он будет батфайлом. Хотя, обратите внимание, что тут вот волшебная магия на удаление .exe и .pv из нашего бинарника, потому что на всякий случай, значит, для винды, где файл может называться не .p, ну, короче. Вот, обратите внимание на то, что в результате ImageWrite можно запустить, да, он вызовет тот же самый main, про который мы, собственно, говорили, вот. Ну и давайте сейчас o.png. Ну вот, собственно, вот. Вот. Entry point. Entry point – это помимо, значит, старт, помимо консоли scripts, я не знаю, какие они еще бывают.
Вот, обратите внимание, что там можно прям некие хитрые конструкции писать. Ну, собственно, все. Ничего удивительного, что я не уложился в прошлый раз в эти две темы в одну лекцию, потому что вторая тема тютелька в тютельку заняла у нас одну лекцию. Значит, чего я забыл сказать? Я забыл сказать только про простейшие штуки и про домашнее задание, и на этом, собственно, все. Значит, вот эта конструкция, OSPAS Joint Rally-Vally соседний файл, она, конечно, всем хороша, но она не работает, если вы, например, сформировали Python zip файл. То есть в прошлом семестре я показывал, что с помощью модуля pzip вы можете сформировать пачку питоновских модулей, которые все лежат внутри одного зипа, и оттуда их запускать. Там, правда, библиотеки не могут лежать, но это уже другое. И вообще, это такое, ну, расчет на то, что ваш файл действительно является файлом и лежит рядом. В принципе, рекомендуется для, как бы, большей гибкости хранить это все безобразие в специальном, вернее, доступ к этому всему безобразию делать с помощью специального модуля, части модуля importlib под названием importlib resources, вот, которые позволяют с этих самых ресурсов эти файлы открывать. Вот как-то так. Это вот были файлы. Файлы прочитаем. То есть сам модуль importlib resources ведет учет этих самых ресурсов и сам знает, как их открывать, например, из zip или нет. А вы уже к нему уходите, потому что это были файлы. Ну, как-то так. Я вот в этом не разбирался, просто такая рекомендация. Собственно, домашнее задание. Напоминаю еще раз, что домашнее задание — это... Его выполнение означает, собственно, выполнение всего семестрового проекта. Потому что у вас должен собираться вилл, который должен устанавливаться на чистое окружение, оттуда запускаться, работать, включая переводы. Не забудьте переводы включить в дистрибутив. Вот. Ну, собственно, вот, это уже будет сдача. Значит, сдача происходит примерно так. Давайте посмотрим. Тут есть требования где-то. Требования, вот они. Вот, показывается, вы показываете, как у вас собирается автоматическая сборка. И помните прошлое задание автоматическое. Показываете, как документация генерится. Показываете, как генерится дистрибутив. Показываете, как происходит деплоймент. Запускаете, показываете, как он работает, как в том числе работает в нем перевод. Я тут чуть-чуть поменяю. Вот это все. Значит, на сегодня все. В следующий раз поговорим про публикацию всей этой безобразия. Зря мы, что ли, эти штуки генерили. Да? И про публикацию документации. Вот две такие у нас будут темы. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Но я думаю, вы уже привыкли, что вопросы надо задавать все время. Был один только Дмитрий. Если вопросов нет, то всем спасибо. Значит, на этом описание семестрового проекта заканчивается. Дальше идут уже другие интересные темы. А вот, возможно, у нас осталась одна лекция, надо посмотреть, возможно, две. И если вопросов больше нету, тогда всем спасибо, до новых встреч, давайте надеяться на лучшее. И, в общем, на этом всего доброго.